Сегодня, особенно вчера, многие музыканты рассказывали, как их уничтожали, как их над ними издевались за то, что они пели какие-то просветленные вещи. У вас тоже Господи, такое было? у нас кто-то пел просветленные вещи? Ой, я что-то упустил. Нет, на самом деле, Дим, я могу вам рассказать о недавнем открытии. Вот сейчас недавно вышла книжка. Стоунс описывают свою жизнь своими собственными словами. Так вот, до смешного, что ребята из Rolling Stones тоже бегали с приемником, пытались... Они слушали пиратские станции, которые передавали настоящий рок-н-ролл, который BBC не передавала. И они тоже по квартире пытались поймать, и их тоже было не слышно, они тоже ловили сигнал. У них также это не получалось, как у меня. Просто они это делали ровно за 5-7 лет до меня. Также Кит Ричардс из одной сломанной струны, значит, ее надставлял, потому что тоже было струн хороших не найти. До идиотизма все одно и то же. Нет никакой разницы между Западом и Востоком. Все повторяется. Они даже не то, что повторяется. У нас это было на 5-7 лет позже. А так абсолютно одно и то же. Поэтому, честно говорю, что я не помню, чтобы нас кто-нибудь особенно преследовал.